Банде Гуру Пададандам Бхактавиндасаманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джано Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванча Калпатару Васяки Пасинду Бхавача Патитананг Павоне Бхавишнаве Бхьо Намо Намаха Мукан Кароти Вачаланг Пангунланг Хайтагирим Ятки Патамханг Банде Парамананда Мадамам Бендавай Тулсидеббой Пиявай Кешавасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катупадеш Гаурия Патрашо Пракасанича Садану Ракта Гуру Бхакти Джукто Бхакти Прамадакша Джагод Бараньо Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарунаравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кимапигабхавадушва Дарши Пурна Нурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадакипам Карус Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламбита бхужау канака бодато Санкиртанай капитару камала йотакшо Вишам бару дижа бару джугадхарма пало Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дибба Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхаван Рупенна Саданаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапахарам Барануси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги саджушо бадане лакшмир жасва ча бхакшаси жасьясте хидая самбид пам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Сутасва пунгшам сучирасрамасья, нанджо сасурир вирит артхо,
таттат гунану саванам мукунду падаравинда хидейши джейшам. Шутас сапунгсам сучира самасья, нанджоса суривирита артха, таттат гунану саванам мукунду падаравинда хидейши джейшам. Сисила бхакти сиддханта сарасвати госвами дхага пахупа, Jagadguru told that until and unless we are established in Guru Tattva, Гаджи-гурчи патиши Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что до тех пор, пока мы не утвердимся в Гуру Таттве, наш Харибаджан не начнется. Гаджи-гурчи патиши Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что до тех пор, пока мы не утвердимся в Гуру Таттве, до тех пор мы не сможем начать наш Харибаджан. Харибаджан невозможен до того момента. Много раз Шрила Прабхупад говорил, то, что так называемая дикша и изначальная дикша, это разные вещи. Если мы принимаем дикшу, принимаем прибежище лотосных стоп Гуру Падмы, но если мы не предались полностью на 100%, то тогда наша дикша, она не полная. И в этом случае мы не сможем обрести право совершать Бхагавад-севу. Шрила Прабхупад говорит, если наша дикша, она не полная, ложная дикша, то в этом случае мы не можем обрести право совершать Бхагавад-севу. А что тогда обретают люди? Люди получат какой-то сукрити, которые получили такую ненастоящую дикшу, не что иное, только сукрити. Шрила Горки Шардас Бабаджи Махарадж, Парамхамса Ачарья Варья. Он говорит Шриле Прабхупаде, мой Прабху, очень редко кто может совершать Харибаджан. Перед Прабхупадой Шрила Горки Шардас Бабаджи Махарадж сказал, о мой Прабху, не каждый может совершать Харибаджан, поэтому не трать твое время. В общем, он сказал, чтобы тот не писал много книг, а лучше повторял Харинам. Но обычно люди не могут понять значение этого. Шрила Горки Шардас Бабаджи Махарадж из-за своей, видя, что происходит со всем миром, что мир отвернулся от Харибаджана, то, что они не совершают Харибаджан, это не так плохо. Плохо то, что они выступают против Харибаджана. Шрила Горки Шардас Бабаджи Махарадж из-за своего чувства, он говорит, Прабху, никто не хочет совершать Харибаджан, поэтому не трать свое время на написание множества книг. Что лучше как-то принимать помощь от других для редактирования, исправления каких-то мелких возможных опечаток в книгах, чем заниматься самостоятельно, а лучше повторять Харинам в это освободившееся время. И ситуация меняется день за днем. Окружение, обстановка, ситуация, она становится менее благоприятна для бхаджана. Шрила Саддчидананда Бхакти он такой обычно говорил, что те, кто ачарья, сам те, кто действует как ачарья, это их обязанность исправить такую неправильную ситуацию, то, что происходит, такой бхавичар, неправильные такие вещи, их обязанность исправить эту ситуацию вокруг, иначе
Ситуация, она оказывается такой, что мы не можем ожидать какого-то блага в будущем. И та шлока, с которой начал, она очень важная. Она из Шримад-Бхагаватам. И вот Шримад-Бхагаватам Махапурана эта шлока. Если мы... Если мы посвящаем множество, много усилий для изучения Веды, Веданты, Упанишад и прочего, спустя, и вот кто-то посвящает этому много усилий. To learn Veda, Vedanta, everything. But what is your ultimate goal? What is your ultimate goal? If your ultimate goal is to take get bhakti, if your ultimate goal но какова наша цель в изучении этого? Если обрести бхакти, то тогда мы сможем сделать проще. Мы можем служить Гуру Вайшнава, поклоняться им, делать все для них, для, делать все для спутников Гуранги Махапрабху. И поскольку внутри сердца лотосные стопы Верховного Господа, они заключены там, они пребывают там, и если мы сможем поклоняться, служить таким великим преданным, то тогда мы обретем все. Я имею в виду, достигнем нашей наивысшей цели. Если наша цель — обрести бхакти, то тогда мы можем посвятить наше время изучению Веды, Веданты и прочего, но это не столь полезно для обретения бхакти, как служение чистым Гуру Вайшнавам. Те, кто вечные спутники Гуранги Махапрабху, мы можем служить им. Вечные спутники, значит, те, кто вечно служит Бхагавану, мы можем служить им. И также те, кто садхан-сиддхи, после совершения садхана они достигают совершенства. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет. И вот те, кто садхан-сиддхи, они в итоге обретают уровень нитья-сиддхи, то есть они достигают с помощью своей садханы уровня совершенства. И кто-то спросил Шрилу Прабхупада, можете ли вы показать на какого-то преданного, который с помощью садханы достиг совершенства в лиле Гуранги Махапрабху? И Шрила Прабхупада сказал, да, Шрила Сарвабхаума Бхаттачарья. He is actually Brihaspati. Он Брихаспати. Сарвабхаума Бхаттачарья is Brihaspati. Сарвабхаума Бхаттачарья, он Брихаспати. All demigods, they are also. И все полубоги, они также, они так циклически сменяются. И Шрила Прабхупада говорит, да, как вот Сарвабхаума Бхаттачарья — это пример садхан-сиддхи, тот, кто с помощью своей садханы достиг совершенства. Прежде он был на этом пути,
на другом пути, точнее, потом он обрел милость Гуранги Махапрабху и таким образом достиг совершенства и Гопинатхачарья. Гопинатхачарья, он Брахма. Брахма значит Питамаха Брахма. Харидас Такур, Шрила Прабхупад говорит, он также частично аватар Брахмы, частично Ричак Муни. И Прохлад Махарадж тоже там в какой-то степени есть. И вот Шрила Прабхупад говорил еще был какой-то Муни, его сына также Брахма звали. Махарадж не помнит имя этого Муни, и вот Гопинатхачарья, он также с помощью садханы достиг совершенства. А у Джагая Мадхай, что можно сказать, кто-то говорит, что Джагая Мадхай не Тисидхи, но Шрила Прабхупад говорит, что Джагая Мадхай, они Джая Виджая были в прошлом. И Джая Виджая, они явились в этой форме, в таком пограничном состоянии, но будучи в татастха положении, в таком пограничном положении, сложно понять, что они спутники Гуранги Махапрабху, но они являются, хотя внешне можно быть незаметно. И вот Шрила Прабхупад говорит, те, кто вечный прасады, те, кто садан сидхи. Если вы служите им, те, кто нитья сиддхи, садан сиддхи, если вы служите им, то тогда вы обретете милость, обретете прему с помощью служения им. И вот среди преданных есть такой конфуз о том, что они спрашивают Шрилу Прабхупаду. Мы хотим узнать точное определение нити прасадов. И точное определение санги вот в этом стихе. Нарутам Такура пишет. И кто-то задает вопрос, что среди нашего общества есть такое вот непонятное в том, как определить спутников, подлинных спутников Гуранги Махапрабху. И Шрила Прабхупад говорит, те, кто вечно служит Гуранги Махапрабху, прасад значит те, кто исполняют желание сердца Гуранги Махапрабху. Те, кто исполняют желание сердца Гуранги Махапрабху, Джавиджи. Они есть подлинные спутники, как Нарутам Такур, Шринивасачарья, хотя они пришли позже, никогда не встречались с Гуранги Махапрабху, но Нарутам Такур не успел встретиться с Махапрабху, он уже ушел из этого мира, но Шрила Прабхупад говорит, несмотря на это, те, кто исполняют желание сердца, Гуранги Махапрабху, и здесь это слово санги значит сангагамон, те, кто живут в соответствии с желанием Махапрабху, исполняют его волю. На санскрите абхигамон называется те, кто живут в соответствии с сиддханта Шримана Махапрабху и исполняют его желания, эти вот, можно термином санги называть. И те, кто явились позже, как Шринивасачарья, Нарутам Такур, Шивананда, они тоже спутники Махапрабху, хотя они пришли позже в его лилу.
И также, кто спутник Шрилы Прабхупады? Многие запутаны в этом вопросе, не знают, кто. И кто же спутник Паршат Шрилы Прабхупады? Это тот, кто исполняет желание Шрилы Прабхупады, желание его сердца. Я могу привести несколько примеров. С помощью денег, власти, если кто-то давит на какого-то писателя, как Киртивас Ужа, он написал Рамайну, переписал Рамайну, точнее. Рамайну написал Валмики Муни, а но на Майтхиле, это такое в Майтхиле, там, где родилась Сита, Майтхила в Бихаре, там около Раксаула, там этот язык популярен. И также Джанакрадж, он тоже с этой области происходит, и я пример могу привести. Рамайна написана Валмики Муни. И Рамайна, она была написана в Валмике очень прекрасным сладким языком, полным бхакти. Вот этот Туласидас, он изложил в более таком понятном виде для людей по наставлению Шанкара. Туласидас хотел написать Рамайну в более таком простом, понятном, более сладком языке. В языке, полном бхакти, но на санскрите. Но Шанкар Бхагаван сказал, что для обычных людей лучше, если ты напишешь на языке Митхилы. И тысячи людей, они не могут читать санскрит. Они на Майтхили говорят. И там эта Рамайна была написана на на Бенгали, поэтически ее написал, точнее, как переписал. Один поэт, его звали Киртивас Уджа. И вот один местный царь, он... Киртивас Уджа used to live where? In Santipur, where? Phulia, you know? Вот в Шантипуре, в Пулии, где Харидас Такур совершал баджан на берегу Ганги, там жил этот поэт. И вот там был один такой местный замедар, царек местный, он попросил Туласидаса, а точнее этого Киртивас Уджа, чтобы тот написал Рамайну таким образом, чтобы люди развили преданность до Дурги. Common people can develop bhakti for Devi, Durga Devi. How? Kirtivas was writing, Ramchandra going to cross the ocean. Ramchandra. И вот этот Киртивас описывал, как Рамачандра пересек океан, достиг Ланки. Lanka. That's why it is written, Ramchandra going to worship Devi. Bhagwan Chaitanya Mahaprabhu going to worship Shankar Bhagwan. И там в этой версии описывается, что Рамачандра поклонился Дурге. Actually, people are foolish. They think to take darshan.
Actually, Mahaprabhu going to give them darshan to Kanyakumari. Но Махапрабху, когда посещал разные места, как Канья-Кумари и Рамачандра, тоже он поклонился другим во время Васанти Пуджи, но не для того, чтобы ну, внешне какие-то люди могут поклоняться, что он поклоняется другим, но на самом деле это было не так. Они пришли, чтобы явить свой даршан Дурге. И Махапрабху также, когда он был в Канья-Кумари, он также не шел посмотреть на нее, а шел показать себя ей. И вот во время этой Васанта Панчи, этот Рамачандра, он поклонялся Дурге. Предложил 108 цветов лотоса Дурге. И Дурга каждый раз прятала этот цветок Рамачандра. This kind of story they are writing. There is 108 lotus flower. Ramchandra going to offer each time. Durga ji going to hide one lotus feet. I mean one lotus Ramachandra. There is story they are making. В общем, Рамачандра 108 цветов предлагал ей Дурге, а Дурга постоянно один цветок прятала, что с меньше, чем 108 было. И какие-то материальные поэты могут восхвалять что-то, что им, за что им заплатили, как этот Майкл Мадхусудан, он в своих этих своих произведениях описывает славу Мегната, это Равана, то ли сын, то ли еще кто-то. Ну, в общем, суть в том, что можно наблюдать, что спутники Шрилы Прабхупады — только те, кто исполняет желание сердца Шрилы Прабхупады. То есть их можно назвать спутниками Шрилы Прабхупады. То есть нельзя называть тех, кто получил харинам от Шрилы Прабхупады, их нельзя называть спутниками Шрилы Прабхупады, даже если они заявляют об этом и как всячески пытаются доказать. То есть они хотят себя так прославить, записать себя в книгу спутников Шрилы Прабхупады. Можно наблюдать, какие-то люди даже дикшу не получили, но всячески своих родственников пытаются выставить как спутников Шрилы Прабхупады. Хотя эти родственники просто какие-то обычные торговцы, ничем особо не примечательны. И те, кто служат Шрилы Прабхупаде и исполняют желание его сердца, они и спутники, а те, кто исполняют свои личные корыстные желания, прикрываясь Шрилы Прабхупадой, это нельзя сказать, что они спутники. Кто такие паршады? Те, кто день и ночь служат Шрилы Прабхупаде и Гауди Матху. Гауди Матха — это он не отличен от Прабхупады. Те, кто служат Гауди Матхе, можно по ним сказать, что они паршады. И вот те, кто можно наблюдать, что какие-то люди пытаются выставить своих родственников, которые даже никогда не служили Шрилы Прабхупаде, как его спутников. И суть в том, что те, кто
подлинные Паршады Шрилы Прабхупады, среди них мы находим Шрилу Бхакти Джанардан Госвами Махараджа. Еще я хочу сказать о том, что те, кто под именем проповеди Шрилы Бхактинанда Такура говорит, есть три категории проповедников. Один — те, кто занимается ачаром и прачаром, то есть не ведет себя достойным образом и проповедует об этом. Вторые — кто живут идеальной жизнью, но не проповедует. То есть первые заняты как ачаром, так и прачаром, то есть они живут идеальной жизнью и проповедуют об этом. Вторые живут идеальной жизнью, но не проповедуют, а третьи, которые только говорят, но сами ничего не делают из того, о чем говорят. И Шрила Бхактинанда Такура говорит, те, кто проповедует ачаром и прачаром, то есть те, кто делают то, что они проповедуют, те, кто в практической форме применяют всю сиддханту в своей жизни, и они проповедуют об этом, они лучше среди всех. И те, кто просто живут идеальной жизнью, но не проповедуют, они тоже хороши, они ко второй категории относятся. А те, кто только проповедуют, а сами ничего не делают из того, о чем проповедуют, то такие люди один вред несут. Ачиноти сваспартам ячаре стапатио. It is written. Вот говорится, что те, кто проповедует, но не могут в практической форме применить всю сиддханту. То, что мы должны применять в своей жизни, то, о чем мы проповедуем. What you are going to preach, you will have to apply in your own life. If you are not successful, then you are failure prachara. Если мы не сможем это сделать, то Шрила Бхактинанда Такур, он переживает о том, что такие люди, которые только проповедуют, но сами не следуют тому, о чем они проповедуют, их проповедь одни проблемы принесет. Те, кто не могут применить в практической форме принципы своей проповеди, то такие люди одни разрушения в мир приносят. Бхактинанда Такур говорит, что те, кто проповедники, они должны поддерживать идеализм. Они должны поддерживать идеализм в своей жизни. И если они не смогут сделать этого, то одни проблемы в процессе их проповеди возникнут. Если они не поддерживают идеализм на своей жизни, поскольку обычные люди, обусловленные души, они хотят видеть пример, сияющий пример перед собой. Иначе они не смогут обрести силу, не смогут вдохновиться следовать тому или иному ачаре. Поэтому идеализм должен быть у нас. Если у нас нет идеализма, Шрила Бхактинанда Такур говорит, те, кто не могут поддерживать идеализм, те, кто нарушают свою собственную сиддханту, те, кто общаются с женщинами, имеется в виду небрачные отношения, и такие люди, или можно видеть, что if one acharya, one preacher,
If one acharya, one teacher going to do woman association in whole life different way, there is fallen. Like Mahaprabhu wanted to point out that our Choto Haridas not. Дело в том, что мало о чем ты проповедуешь, но нужно еще и следовать тому, о чем мы говорим, как можно видеть, что Чхота Харидас физически он не общался с женщинами, но в уме это делал немного. Он был как-то привязан к женщинам, был в своем уме, и Махапрабху отверг его. И те, кто стремятся к деньгам, это один из видов йошисанги также. Стремление к богатству, к славе, это йошисанги, или стремление к общению с противоположным полом, это тоже один из видов йошисанги. И проповедники, обладающие всеми этими пороками, они не должны проповедовать, поскольку их идеализм, он... И подлинный проповедник... И вот если какой-то проповедник проповедует, но сам не следует своим принципам и общепринятым принципам, и если кто-то получил Харинама от такого падшего гуру, то можно как-то игнорировать это, можно пренебречь таким посвящением от такого недостойного гуру. Как можно видеть, как Шрила Бхакти Валлабхатхиртха Госвами Махарадж проповедовал какие-то... I don't like to speak the name of that country. They live. So many devotees, they live. Like not, to Tithu Goswami Maharaj, we are not going to accept you as our guru. They are taking Sadhguru. But there is no, you know already, there is no problem, there is no, idealism is also there. Но можно видеть, что некоторые люди оставляют подлинный гуру и принимают прибежище у каких-то обманщиков. В этом случае нехорошо и перед... принятием гуру нужно выяснить, кто есть кто. И вот в случае, если вы приняли посвящение у какого-то падшего гуру, то нужно опять принять посвящение у подлинного садгуру. И таким образом недостаток идеализма как раз причина, по которой столько проблем возникает. И мы... Я хочу прославить неотличного от моего Гурудева Бхакти Шрилу Бхакти Дживан Джанардан Госвами Махараджа. Он... происходил из... Ну, в общем, дальний родственник Рай Рамананды, он был в его династии, он родился. So, we must learn something from this great мы должны изучить жизнь этого великого спутника Шрилы Прабхупады и вдохновиться его примером. Он пришел к Шриле Прабхупаде в раннем возрасте. Он с Орисы происходил.
такой крайней точкой Орисса. И вот он принял прибежище лотосных стоп Шрилы Прабхупады в таком раннем возрасте, пришел Шри Чайтанья Махапрабху, принял прибежище Шрилы Прабхупады, и с тех пор он начал совершать служение Шриле Прабхупаде. И вот таким, и он так служил всю жизнь. Особенность его была, что он был очень прост, как ребенок. Дети, они не так просты, как, например, Шрила Бхакти Прамодпури Госвами Махарадж или Бхакти Дживан Джанардан Госвами Махарадж. Они были очень простые, простосердечные, буквально как дети. И также все 18 пуран, включая Бхагаватам, он изучил. И когда он говорил Харикатху, он приводил множество примеров из пуран. From his, you know, life, that he, all 18 Purans he used to, whenever he used to speak Harikatha, и когда он говорил Харикатху, он приводил примеры из различных Пуран. И вот Сиддханта нам было очень прекрасно, и сейчас я могу привести пример, чтобы вы поняли Таттва Сиддханту Шрилу Махараджа. У него была дружба с Шрилой Шанта Госвами Махараджем, с Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махараджем. У них были такие близкие, дружеские отношения. He had a great friendship with Vaikanta Goswami Maharaj, god brother, Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj. You know, he used to keep relationship with him very, very, you know. So how we know? But ultimately Srila Maharaj. I mean. И вот Шрила Махарадж в итоге. Jivan Bhakti Jivan Janardan. Bhakti Jivan Janardan Goswami Maharaj. Going to give the responsibility to. Он отдал обязанность давать дикшу. Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махараджу, чтобы он давал дикшу. Как сначала он какое-то время дал дикшу, потом это обязанности и свой храм отдал ему. В своей жизни он открыл только два храма. И они в Каракпуре, оба. Один в Голбазаре. Это имя рынка Голбазара. И другой около железной дороги. В Каракпуре самом. He is going to open temple in Kharagpur, two temples, nowhere else. And ultimately going to give the responsibility to обязанности Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махараджа и Шрила. He used to speak Harikatha. И он говорил Харикатху, его ачар, он был настолько прекрасен. He cannot even believe so nice ачар. Он вел себя идеальным образом, с полным соответствием с Сиддхантой, и также дружил с Шрилой Бхактивиданта Вамана Госвами Махараджем. Он совершал госеву, служение королам всем сердцем. Как Враджаваси, Враджагопи. Like Враджаваси lady, I mean Gopika, he used to do Gomata seva. И вот он служил коровам. Как Враджаваси, он имел огромную привязанность к коровам. Then Gomata
когда он куда-то шел, то коровы они кричали ему. И вот когда он приезжал, то все коровы понимали и... И мычали ему. И вот когда он куда-то уезжал и потом возвращался, эти коровы сразу чувствовали, начинали громко мычать. И Махарадж, он сначала, когда приезжал, он сначала шел коровам, кормил их всякими вкусностями. И потом только заходил в храм. Это была его практика сначала, когда он, вначале он заходил в Гошалу, обнимался с коровами, и кормил их, и потом заходил в храм, кланялся Шри Прабхупаде и Виграхе. И также Махарадж иногда говорил, своему севаку, то, что это ведро с молоком. И это веревка, которая привязывает коров, это наше богатство, поскольку мы из Вриндавана. Махарадж иногда выражал свое глубокое чувство, то, что я из Вриндавана, я Враджа-гопи. Иногда он говорил своему саваку, смотри, это веревка и палка, это и ведро для молока, это все наше богатство, мы подобные пастухам Вриндавана, поскольку в итоге мы должны достичь вечного служения во Вриндаване, мы должны служить Бхагавану там. И много раз Махарадж говорил таким образом. Я могу сказать Сиддханту Шрила Махараджа. Однажды Махарадж решил установить. И вот он решил однажды установить мурти Шрилы Прабхупады. И он отправился в Джайпур. Чтобы заказать мурти Шрилы Прабхупады. И вот он заказал божеств, мурти Шрилы Прабхупады, получил даршан местных божеств, вернулся в свой храм в Каракпуре, в Голбазаре, и по расписанию привезли мурти Шрилы Прабхупады. It's making a nice packet, going to make a nice packet and going to put it into a carton after that outside И тот, кто сделал это мурти, они запаковали его в какой-то мешок, потом обложили соломой, потом в какую-то деревянную эту коробку положили и послали какой-то транспортной компании. И когда эта мурти доехала до Каракпура, до храма в Каракпуре, when the deity going to reach Каракпур temple,
то в то время все преданные сказали Махараджи то, что это что вот это Мути сейчас приедет в коробке, и Махарадж побежал встречать и сначала сказал: «Открывайте быстрее». Шрила Прабхупада задыхается, и нужно открыть срочно эту коробку. И вот эти преданные, они открыли, сняли всю упаковку, все там было хорошо запаковано. И по желанию, по наставлению Шрилы Махараджа, и вот они поставили Шрилу Прабхупаду на асану, и Махарадж начал совершать арати. Хотя божество только приехало, но Махарадж открыл он сразу поместили Шрилу Прабхупаду, Мурти Шрилы Прабхупады для нас, но и начали совершать арати. Обычно люди не могут понять настроение Махараджа, почему Махарадж начал совершать арати. Хотя, по идее, нужно сначала призвать божество, духа божества в этом мурти, и потом только совершать арати. Должна быть процедура виграха-пратиштхи произведена сначала. Но Махарадж начал арати сразу же, поскольку это чувство, когда божества приходят, они самопроявляются. У него было такое чувство. И Сиддханта Махараджа в том, что когда он заказал эту виграху, то виграха уже проявилась там. И когда виграха физически приехала, то он думал, что она уже установлена. Но эта сиддханта, она неприменима ко всем. Эта сиддханта неприменима ко всем. Если кто-то, какой-то возвышенный преданный, он, как у нас Гурупад Падмашила Бхакти Прамод Пуригоса Махарадж, он не ездил в Джайпур, чтобы заказать божество. Мы от этого не поехали, я там был, и заказали виграху для нашего храма в Пури. Это не для всех применимо, как Шрила Прабхупад говорит такую сиддханту, что божества и храм, они не могут быть установлены каким-то материалистом. Один материалист не может установить. И Шрила Прабхупад говорит, с помощью денег, власти, храм Гаудия-матха не может быть открыт. Шрила Прабхупад говорит, с помощью денег, власти, храм Гаудия-матха не может быть установлен. Гаудия-матха может быть установлен только возвышенными преданными, ананта-прасадами. Те, кто является вечными спутниками Махапрабху, подлинные возвышенные преданные, они могут явить какой-то храм в этом мире. Обычные люди с помощью денег, они не могут построить настоящий храм. Будет какое-то здание или какой-то идол вместо мурти. И поэтому не каждый может сделать так, как сделал Махарадж. Обычные преданные не могут так делать. Нужно, если они заказывают каких-то божеств, нужно обязательно произвести виграха-пратиштху. Причем это должен производить какой-то настоящий преданный.
А чистые преданные, когда они только думают о том, как и в процессе. То есть сначала виграха, в случае с чистыми преданными, сначала виграха, она является в их сердце, потом она проявляется в какой-то форме. И поэтому виграха братишества, она не обязательно. И вот как Шрила Бхакти Прамод Пури Гусай Махарадж, сначала он... И когда возвышенные возвышенные преданные заказывают каких-то божеств в Джайпуре или еще где-то, то в этом случае он призывает божеств в своем сердце туда, в эту виграху. И вот сначала божества, они являются внутри его сердца, как в случае с Васудевом и Деваки. Сначала Кришна явился в сердце Васудева, потом перешел в чрево Деваки. Krishna first appeared inside the heart of Vasudev ji. After that, Devaki Maya. Similarly, when one exalted devotee, one возвышенные преданные хотят установить какое-то божество, то сначала это божество, оно является в их сердце и потом проявляется физически в какой-то виграхе. Внешне можно видеть, что какой-то скульптор. Что внешне можно подумать, что какой-то скульптор, он делает каких-то божеств, но это не совсем так. Сиддханта в том, когда Махарадж только заказывает божество, эти божества уже явились в его сердце и в сердце в соответствии с желанием сердца Махапуруши, возвышенного преданного, это божество, оно проявляется и в этом Сиддханта, и обычные люди. К ним это сиддханта неприменимо. Обусловленные души в обусловленном состоянии, они не возвышенные души, не сидда махатма, они сатан, ситхи или нитья ситхи могут быть. Но вот они могут быть вот эти сатан ситхи или нитья ситхи. В их случае может быть такое, в случае с Махабхагаватам. Махабхагавата Вайшнава, который имеет огромную любовь к Кришне, эта сиддханта может быть применена только в их случае. И вот Махарадж начал арати. С такими мыслями, что Шрила Прабхупада уже самопроявился в этом мурте. И вот поэтому он начал совершать арати, совершать поклонение этому мурте Шрила Прабхупада много раз. Ваман Гусай Махарадж был в Каракпуре, и там из Каракпура Шрила Джанардан Махарадж приезжал в Девананда Гауди Матх, но есть нечто особое. Джанардан Махарадж, он не привык много путешествовать, много ездить. Джанардан Махарадж был прекрасным проповедником. Но особенность Джанардан Махараджа была в том, что он никогда много не ездил. Он больше жил в своем храме, совершал баджан, и все приходили туда. Он говорил харикатху на различные праздники и прочие важные дни. Он не привык ездить по многим местам, он просто совершал баджан. Он был очень просто сердечен. Если кто-то даже пытался записать его харикатху, то Махарадж просил брать, чтобы не отвлекаться.
If somebody going to put some recorder in front of Maharaj Kada, hey, you take, I cannot feel free, you take away. Maharaj is still like child. But Harikatha all perfect. Siddhanta Vijaya all the time. Someday, однажды, Srila Bhavananda Goswami Maharaj going to reach Srila Bhavananda Goswami Maharaj достиг, он достиг храма Джанардан Госвами Махараджа, он был его другом. И вот однажды Джанардан Махарадж спросил Вамана Махараджа. What is a nice place? Indication, not speaking anything. Janardan Goswami not. Janardan Goswami. И вот Джанардан Госвами Махарадж, он не говорил подробно. Janardan Goswami not speaking in details, only speaking. Он просто сказал. What is a nice place? Что какое хорошее место созерцать арати здесь. Speaking to Vamana Goswami. Он сказал Вамане Госвами Махараджа. Он спросил. Vamana Goswami has to realize that Vaishnava Thakur want to ask where should be my samadhi. Where should be my samadhi place? Follow. But nobody understand. All people. То есть таким иносказательно он спросил, где лучше всего смотреть на арати. Но Вамана Госвами Махарадж понял, что он имел в виду, что он спрашивает, где устроить свою самадхи. И после того, как Джанардан Госвами Махарадж ушел, то тогда Вамана Госвами Махарадж сказал, что Вайшнав Такур, он уже спросил, какое место ему больше подходит для созерцания арати, поэтому он хочет самадхи сделать именно в этом месте. И очень важное, то, что Вамана Госвами Махарадж, он был вечным спутником Джанардан Махараджа. Но Vamana Goswami Махарадж не смог в то время приехать. И когда Джанардан Госвами Махарадж оставлял свое тело, то в это время Vamana Goswami Махарадж был в Южной Индии и не смог приехать. В Велоре был. He could not reach the place. He was in South India, treatment going on. And morning time, very early in the morning, Sevak going to inform to Vamana Goswami Maharaj. Он сказал Вамане Махараджу, о Махарадж, срочно. И сказали, что Джанардан Госвами Махарадж оставил тело. И Vamana Goswami Махарадж сказал, мой друг приехал, чтобы сказать мне. After leaving body, Janardan Goswami is going to reach the room of Vamana Goswami speaking, my friend, I'm going away. И он сказал, что он уже приходил ко мне, предупредил меня, что он уходит. И Vamana Goswami Махарадж сказал, что я уже знаю об этом, что он собирается оставить тело. И тогда, в то время, Шрила Vamana Goswami Махарадж, он доехал до того места и указал, где место, чтобы сделать самадхи для него.
и там строили самадхи мандир, и всю жизнь Джанардан Госвами Махарадж совершал баджан таким образом. Он исполнил желание Шрилы Прабхупады Шри Чайтаньи Мадхи. С юного возраста он совершал все служение, и потом какие-то проблемы появились после ухода Шрилы Прабхупады. Он не знал, куда податься, и в итоге решил открыть храм в Каракуре, в этом Бу-Базаре, и после этого он решил открыть другой храм в Каракуре. За всю свою жизнь я был на празднике Джанардан Госвами Махараджа, на дни его явления. Один раз я был там всего лишь, за всю жизнь. И там все ученики Бхакти Вайбав Пури Госвами Махараджа пришли. И в то время Говинда Махарадж, ученик Бхакти Вайбав Пури Госвами Махараджа, Говинда Махарадж был там, и все другие преданные. И Джанардан Махарадж перед тем, как оставить тело, он назначил Шрилу Говинда Махараджа как ачарьи этого своего храма, и он передал обязанности быть этим инчарджем, администратором этого храма. Он отдал кому-то эти обязанности, а назначил ачарю Говинда Махараджа, который оставил свое тело. Он был учеником Бхакти Вайбав Пури Госвами Махараджа, этот Говинда Махарадж. И сегодня день ухода Шрилы. Шрила Махараджа, Бхакти Джива, Джанардан Госвами Махараджа. Но мы думаем, что сегодня день явления Шрилы Махараджа, и поэтому мы должны помнить все о его деяниях. Гуру Вайшнавы, когда они уходят с этого материального мира, они уходят, чтобы дать нам возможность помнить их, что они ушли с этого мира. И мы можем помнить его простоту, его сиддханту, его учение. Он очень любил Гуру Вайшнава. Таким образом, он любил всех преданных. Никто не мог забыть его любви и заботы. Он очень любил Гуру Вайшнава. Может, он был даже младших он любил таким образом, что никто не мог забыть. И также он раздавал просад. Например, Шрила Бхарати Махарадж или Мадхва Госвами Махарадж, они отправились в Южную Индию, поскольку Бхактидайта Мадхва Госвами Махарадж, он открыл храм в Хайдарабаде. Махарадж там был однажды. Там хороший храм в Хайдарабаде. И по дороге в Хайдарабад там все поезда проезжают через Каракур. И там в той области жили два великих преданных. Один Шрила Бхакти Джанардан Госвами Махарадж, и второй Бхакти Вайбав. Бхакти Гурав Вайканас Госвами Махарадж. Вот они жили в той области. И когда они узнавали, что кто-то из их гуру-братьев проезжают, едут в Южную Индию для какого-то служения через Каракур,
они отправляли прасад им. Джанардан Госвами Махарадж отправлял прасад им. Что, чтобы они проезжали в поезде, и Джанардан Госвами Махарадж готовил какой-то прасад и приходил на платформу и отдавал им в поезд. И если кто-то не сообщал ему, что мимо проезжает, то когда тот обижался, что ему не сообщили, он не смог. И они оба так себя вели, что они обижались, что не смогли послужить тем преданным, которые мимо проезжали. Они спрашивали, почему вы не дали возможность служить вам, совершать вайшнава сева. Вайканас Госвами Махарадж тоже даже в пожилом возрасте, когда узнал, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж или Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, они проезжают мимо, он сам лично приходил, чтобы поприветствовать их и дать, накормить прасадом, чтобы они в процессе своего путешествия не голодали. Если кто-то приходил спорить с Джанардан Махараджем, Махарадж, он избегал таких людей. Джанардан Махарадж, он был первоклассным преданным Рупанугой. Он не был каким-то обычным преданным, он был преданным Рупанугой. У нас много свидетельств тому, когда он говорил Харикатху. Когда он говорил Харикатху о Шриле Прабхупаде Бхактивинода Такуре, он плакал. Он плакал как ребенок, когда говорил на такие темы, и когда кто-то пытался спорить с ним, он избегал таких людей, поскольку избегал учим. И сегодня я могу вспомнить, мы слышали многое о Шриле Вамане Госвами Махараджа, и много преданных они посещали Каракпур. Как в случае с Шрилой Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджем или Бхакти Джанардан Госвами Махараджем, никто не может вспомнить ни единого случая. Когда они гневались, как Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж никогда не гневался. Джанардан Махарадж и Вамана Госвами Махарадж также никто не видел их в гневном настроении. Они никогда не гневались. И вот они, иногда он приезжал в Майяпур по какой-то причине. Если вы будете в Девананда-Гаде Матхи или в Матхи Халдар-Багане, это тоже Матхи этого Бхактивиданта Вамана Госвами Махараджа, это Девананда-Гаде Матху относится. Там как бы не совсем Калькутта, Дешабанту парк. Ну, там, вы, там около этого Читпура. Халдар-Баган район называется. И Ваман Госвами Махарадж иногда останавливался там на какое-то время. Maharaj very often used to come to Calcutta, Devananda Guru Mahat, Hadar Bhagan, used to buy something for deity, something, so many things, and meet with Bhavan Goswami Maharaj. One day, one instant I can say, you can find how однажды, я могу, случилось такой случай, я расскажу о нем, и вот. Slow, you know?
Вамангасамахарас был очень... Он не спешил никуда, он был очень такой... Просто сердечен, очень... В общем, медленно все делал, как мой Гуру Махарадж, он никогда никуда не спешил. Мой Гуру Махарадж совершал арчан часами, писал тоже очень долго, не спешил никуда, не спешил быстро закончить поклонение или написание статей, он был очень... Как медленно и надежно. Если он что-то медленно делает, не значит плохо. Гуру Махарадж совершал служение с таким полным погружением. И Джанардан Махарадж также все служение, которое он делал, он полностью погружался в это служение и так, достаточно долго его делал. И вот Джанардан Махарадж, если он шел куда-то, он тоже никуда не спешил. Однажды Джанардан Госвами Махарадж отправился в Калькутту по каким-то делам. В пожилом возрасте он перестал ездить, но до этого ездил, и вот однажды он опаздывал. И если он бы опоздал на этот поезд, то поезд последний был, пришлось бы на станции ночевать, и вот он завершил все служение, и когда доехал до Хавры, обнаружил, что время почти кончилось, вот последний поезд на Каракпур уже практически отъезжает, и вынужден был сесть на поезд без билета, поскольку, ну, в общем, успел, но билет не успел купить. И вот повторял джапу в Харинампу, в поезде, и пришел этот проверяющий билет. Спросил Махарадж, где ваш билет? Махарадж сказал... И вот Махарадж был очень простосердечен и сказал... Ну, мой сын, я собирался купить билет, но опаздывал и не успел, поскольку поезд последний. Каждый день билеты покупаю, но сегодня не успел. И Тити этот штраф выписал. И там случайно сидел какой-то железнодорожный офицер, сказал, что ты делаешь, не видишь, что не видишь, он же не лжет, что все. Не можешь понять настроение этого Махараджа, что он просто сердечен, зачем штрафовать его, и он тебе правду сказал. Не смог билет купить, зачем его штрафовать? Посмотри, он великий преданный. Посмотри на него внимательно. Какой бессердечный. И тогда этот Тити как-то, в общем, передумал его штрафовать. Но еще Махараджа денег достаточно не было на штраф. И этот случай Махарадж рассказывает нам. This way,
И таким образом Махарадж, он звал Мадхава Госвами Махараджа, Вамана Госвами Махараджа, и Бхарати Махарадж также много раз был там. И Бхарати Махарадж, он рассказывал, я много раз был и на празднике Шрилы Махараджа, на день его явления, на день его ухода. И так или иначе, Бхарати Махарадж множество вещей у Махараджи говорил. И можно вспомнить, Бхактивинода Тхакур говорит, Саралата и Вайшнавата. Бхактивинода Тхакур, он пишет то, что Саралата и Вайшнавата. Саралата значит простота, простосердечность. Простота, она есть вайшнавизм. Шрила Бхактивинода Тхакур описывал, что говорил, что саралата — это есть вайшнавата. Тот, кто простосердечен, он есть вайшнав, он есть подлинный вайшнав. Бхактивинода Тхакур говорит, тот, кто простосердечен, он есть подлинный вайшнав. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил таким образом, и все 24 качества вот этих вышеперечисленных, все эти качества можно было найти в жизни чистого вайшнава. И Кришнайкасаран это главное. Главнейшее качество все. 26 видов качеств, достоинств можно найти в вайшнавах. Но главное — это преданность Кришне, это главнейшее качество вайшнавов. Предались ли они лотосным стопам Кришны или нет, а все другие качества, они находятся вокруг этого главнейшего качества. All 26 qualities, actually, it is written in Chaitanya Charitamrita говорится, что все качества Кришны, all the qualities of Krishna, 64, you know, or you can find inside the heart. Можно найти в сердце вайшнава, но главное. 24, 26, 60 qualities, Benu Madhuri, Lila Madhuri, Rupa Madhuri, that you cannot get. Вот эти три качества, они Кришне только принадлежат, а все остальные качества Кришны, они проявляются в чистых вайшнавах. Все качества Кришны, кроме нескольких, они проявляются в чистых вайшнавах, но вот кроме трех, которые составляют его Бхагавату, Кришна, то есть способность творить, совершать Расалилу и еще что-то. И вот чтобы только поддерживать вот эту Бхагавату, эти качества не могут явиться в ком-то, они принадлежат только Бхагавану. Совершать, творить миры, совершать Расалилу и еще что-то. А все другие качества, они можно найти в сердце чистых вайшнавов. И вот Бхакти Дживан Джанардан Махарадж, он был полон этими 26 качествами, включая главная преданность Кришне.
So we are going to discuss glorifying about Srila Janardana Goswami Maharaj. Surely today we are going to get some kipa from him. И вот если мы будем говорить о славе Джанардана Госвами Махараджа в день его ухода, то мы несомненно обретем милость. Джай.